Родился Симон Лютюхёйс 6 марта 1610 года в Лондоне. О голландском происхождении художника свидетельствует факт регистрации его рождения в местной голландской протестантской церкви вместе со своим младшим братом Исааком Лютюхёйсом, ставшим впоследствии портретистом, работавшим в Амстердаме около 1638 года, Симон был перевезен родителями в Голландию. Основанием считать учителем Симона Трека дает опубликованный Абрахамом Бредиусом документ от 8 сентября 1661 года, из которого следует, что незадолго до своей смерти, наступившей в Амстердаме 1 декабря 1661 года, художник взял на себя обязательство дописать начатый Яном Янсом Треком натюрморт «Суета-сует». Очевидно, что полотно, остававшееся незаконченным с момента смерти Трека в 1652 году, мог завершить только его ученик, хорошо освоивший живописную манеру знаменитого мастера. То, что такое предположение не беспочвенно, доказывают два его дошедших до наших дней одноименных натюрморта «Суета-сует», находящиеся в Амстердаме, и близкая к ним по тематике картина «Аллегория искусств» 1646 года, США, собрание Терезы Хейнс и сенатора Джона Хейнса. Мы встречаемся в них с чисто лейденскими постановками, среди предметов которых находятся глобус, старые потрепанные книги, карманные часы с открытой крышкой и водруженный на книгу череп. Вместе с тем в них можно обнаружить и такие трудные для передачи предметы, как зеркало или стеклянный шар, открывшие для мастера богатейшие возможности для воплощения сложнейшей игры световых и цветовых рефлексов. Thank you.
Из более ранних картин Симона Лютюхёйса, созданных приблизительно около 1640 года, известны лишь устрицы, булочка, нож и бокал с вином на столе, и персики, ноты и бокал с вином, обе в Берлине. Однако в конце 1640-х годов Лютюхёйс начинает увлекаться роскошным натюрмортом. Как показывает натюрморт с омаром, натюрморт с опрокинутым оловянным кувшином и ребером, натюрморт из Праги, натюрморт с крабом, булочкой и вином, натюрморт с китайской вазой и музыкальными инструментами. К этой же группе работ Лютюхёйса, написанных в 1650-х годах, следует отнести натюрморт с фруктами, булочкой, бокалом вина и цветами, и вновь определенный его натюрморт, находящийся в Смоленске, Государственный объединенный исторический архитектурно-художественный музей-заповедники, считавшийся до публикации Садкова работой неизвестного художника голландской школы. Справедливость этой атрибуции подтверждается несомненной близостью картины к натюрмортам Лютюхёйса и по внутреннему смыслу, и по подбору предметов натюрмортной группы. Композиция смоленского полотна построена в свойственной мастеру манере – несколько ярусов и несколько планов, с не очень сильно подчеркнутым центром. Среди вещей натюрмортной постановки обращают на себя внимание китайский кувшин с почти такой же металлической крышкой, как в картине, проданной в антиквариате братьев Дау, и стул с кожаной обивкой и брошенный на сиденье бархатной подушкой, такой же, какой присутствует в полотне, выставлявшемся в антиквариате Гаустикера. Вероятно, уже в конце 17 века на полотно были нанесены обнаруженные во время последней реставрации картины подпись и дата, которую прочли как «Память Денеп» 1665-го. Убедительным кажется и предположение Садкова, что это плохо читаемая в настоящее время подпись и помещенная рядом с ней дата на самом деле фальшивые, и имитирует подпись и дату знаменитого в то время Яна Давидса Дехема. Такими же подписями подписаны картины Корнелиса Дехема из собрания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге и Кунсхалле в Карлсруе. Писал Лютюхёйс в этот период и натюрморты, в которых он ограничивался меньшим количеством предметов, а композицию строил более компактно. Примером подобных работ могут служить картины «Натюрморт с бокалом, с вином и булочками», находящиеся в Гамбурге, Кунсхалле, и «Серебряный кубок и роза» в Амстердаме, собрании Везлера, где мастер по-прежнему сохраняет интерес к изображению металлических сосудов и их осязательной пластической моделировки. Thank you.
Рефлексы и блики на полированной поверхности серебряного блюда или кубка воспринимаются уже не просто как оптические явления, но и как отражение изменчивости и текучести окружающей жизни.